Ребята, всем привет! Короче, вот наша клетка. И у нас вчера... Сегодня мы купили? Сегодня мы, короче, купили для нашей собаки матрас. И вот такую игрушку. И смотрим, как. Да. Нравится ей этот матрасик или не нравится? Вот эта игрушка еще. Но она, по-моему, в восторге, да? Да. Такой матрасик, такой вот толстенький, ребята, он толстенький. Такой, вот если сравнять вот этот матрас с шерстью собаки, он на 10% помягче, чем шерсть собаки. Да, очень мягкий, прям самим даже вообще, приятно на нем полежать. Он очень-очень приятный. Ага, и игрушку купили, шарик? Да, вот такую игрушку, шарик. Пищащий. Да, вот такой шарик пищащий. Ну, вроде бы ей матрасик нравится, да? Вот она лежит, вроде бы нравится ей. Ну, она его иногда начинает кусать, мы говорим фу. Она уже у нас понимает, что такое фу. Ну и, короче, смотрите, мы когда ее на ночь не знали, где... Давай еще игрушку, дай ей, залезь туда, игрушку. Даже я могу залезть. Вот смотрите, вот такая игрушка какая-то. Простая игрушка, мячик резиновый. Смотрите, когда мы ее купили, ну, когда она приехала к нам на поезде в первый день, посмотрите видео другое. Мы, короче, пытались ее сделать... Туда чтобы... бросай, да, в ту сторону. Чтобы она спала в клетке. Ребята. Ну и вот, мы пытались, а мы ее оставляли в клетке, она ныла. Вот видите, вот какой у нас пошел прогресс. Я, короче, с ней сидел в клетке, ребята. Приучал к клетке, да? Да, я с ней 2 часа посидел в клетке. Ну, или 2 часа меньше. Ну, даже, ну, где-то 20 минут или 15. Ну, вот. Сальмафу. Вот она у нас уже понимает, что такое. Ну и вот, когда я с ней посидел, она уже начала лежать. И вот я понял, что она заснула, что она уже понимает, что она будет в клетке. Ну и вот, я потом вышел из клетки, и мы ее приучили, и она приучилась. Вот так мы ее и приучили в клетке, ребята. Ну, то есть у нее с клеткой связаны положительные эмоции. Ну да, да. Это не как наказание, что она написала, и мы ее поругали и посадили. Ну, да. Нет. Это просто... Там она у нас играет, да, и сама иногда туда заходит. Да, иногда сюда заходит. А сегодня играет. Еще и матрасик такой чудесный появился. Да, купили. Мне кажется, ну, наверное, она сегодня ночью будет спать, ребята, на нем в клетке. Ну, я не знаю, ребята, мы проверим и завтра вам сделаем еще одно видео, как она спала ли в клетке ночью или нет, ребята. Еще у нее есть, ну, мой диванчик, на котором я любил полежать в 5 лет. Да, кстати. Да, и она всегда любит на нем полежать, лежит постоянно на нем. Ну и вот так. Ну принеси его, покажем диванчик. Сейчас, ребята, я прям... Он у нас в спальне сам. А, ты унес уже? Сальма. Молодец, иди в клетку, забегай за мячиком, забегай. Вот она сама забегает туда спокойно и выбегает. Вот, ребята, смотрите, вот такой диванчик. Ой, как она его любит. Видите, она... Вот, Сальма, иди спи, иди спи на диван. Мы купили в 5 лет. Давай. А сейчас мне 8. Ну и вот, ребята, короче... Ну и вот, и она его прямо полюбила вообще. Она на нем иногда любит поспать. Ай, не хочет она сейчас спать. Да. Она уже выспалась сейчас, ребята. Ну и, короче, о, вот. О, сама пошла в клетку. Да, вот, видите, я ее уже приучил к клетке. Ну вот, она уже привыкла к ней. Ну и вот, ребята, ладно, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.